Акуна Матата всем, кто смотрит данное видео вместе со мной, с вами, как всегда, Пумба, и уже, как всегда, играет Dead Space, потому, почему как всегда, потому что она надолго с нами. В общем, мы продолжаем, я в предыдущей серии затупил, да-да-да, потому что здесь не было значка сохранения, и мне пришлось сейчас начинать все с самого начала. Игра залагала, я немножечко игру сломал, и когда я начал сохранение, у меня уже было до хрена патронов и до хрена оружия. Ну как до хрена, ну вот, короче, я вот за это время, то есть я зашел, у меня в инвентаре сразу же... то есть я начал с момента, как я закрылся в себя в комнате, и у меня уже было все. То, что я успел собрать в предыдущей серии. Вот так вот. Я опять сломал игру, короче. Давайте двигаться дальше. Вот сохранение, где было, твою мать. Где? Скотина! Блюдки, я вас хедшотами буду за такое. Не трогайте обычных людей. Пошли, я тебя... Я не могу трупа понимать. Прекрасно. Скотины. Чё, куда мне надо? Ну, мне надо явно не сюда, поэтому я схожу здесь, посмотрю, что есть. Бляха! Воу! Я, кстати, знаете, что заметил? Я вот начал заново играть. Смотрите, тут охренеть. Мы на Луне. Тут летают, охренеть. Тут, короче... Охренеть, короче, вот эта машина больше, чем в этот. В любом большущем мегаполисе Нью-Йорка. Че, мне какой мегаполис Нью-Йорка? А вот эти, что здесь происходит? Япона, мать. О, стазис! Нифига себе, они тут такие. Ну нормально, что они шатаются. То есть охренеть, вот тут они едут медленно, а тут быстро. Почему? Так, ладно, фикс. Так, ладно, фикс. Поехали. Воу! Воу, воу! Твою! Что происходит? Я явно не этого хотел, наверное. Я хотел просто Япона, мать. Упс. Упс, не тот упс ты сказал. Это упс. Чувак, мы с тобой перестарались. Чё, найден артефакт. Ну ладно, давайте. Что? Артефакт? Выдержка из... Конец спецназа. Вчера официальные лица спецназа проверили слух о неспособности правительства сдерживать массовые акты насилия, охватившие колонии в последние недели. Вспышки агрессии начались на Уксоре 16 дней назад, после годовщины со дня начала кампании церкви юнитологии. В связи со вспыхнувшими бунтами юнитологов были закрыты 5 колоний. Были слухи о попытках подрыва правительственных лабораторий, за ними вскоре последовали свидетельства очевидцев о начавшихся жестоких расправах. Опять прекрасно. Кроме того, что я здесь все свернул, я еще какие-то артефакты нахожу. Что за нахрен артефакты? Короче, была обычная надпись, я... Айзек назвал это артефактом. Нормально, да, короче. Чего вы там снизу? Хэдишоты. Так, вас больше тут нет. Шикарно. Так, соберем все. Уж по плане, по собирательству я еще тот зануда. Вы помните. Уля! О, опа! Стреляй, кстати, как-то. Пушка стрелять стала очень томно. Такая уставшая пушка реально какая-то. Так, спутимся, соберем. Нет, тут оружие должно быть, нет. А, спасибо, да, ну как это, как с канала, какой же обзор без чиха? Я даже в новогоднем умудрился поздравление чихнуть, хрен ли нет-то? Чё нет-то? Чё стесняться-то? Это естественный обмен веществ. Я не понял, что я сказал. Нажмите 1, 2, 3. Пошел ты! Знай, как играть оружие. Япона, мать. Япона, мать. Холл С... Како... Тихо. Тихо. Пошел ты в жопу!
is at an end. We have become too many, too little to go around. Дурак, что ли? Corporations that we once trusted with our money have squandered it. The governments that we once trusted with our future sabotaged it. For their eternal credit, we are dying. Fear not. There is a future. As promised by the prophet Michael Auckland, the Black Marker has a plan for all of you. It will lift us up from our miserable. This isn't just a manhunt. It's systematic slaughter. One. Oh, you know. United in body. Why topple the government? Why Earth government? Danik blames them for experimenting with the marker. Thinks it's heresy. So you can imagine what they think of you. Have you reached the extraction site yet? Not as man. I'm almost there. As God. Пошел ты в жопу. Короче, вот это теперь главная гнида, типа, как... А, я, кстати, понял, я начал когда играть, я теперь прочитал правильно, оказывается, не этот чувак уничтожил другой, а я два уничтожил. Только я уничтожил, больше никто... Чё? Тихо, 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 блин. А, ты заново начал говорить. Так, у меня столкнулось... Знаете, с какой проблемой я столкнулся? У меня нет места. Да блин, почему я не ту кнопку нажимаю? У меня нет места в инвентаре. Мне нужен магазин. Срочно нужен магазин. Я понимаю, вы меня сейчас ненавидите. Вы хотите сказать, что ты, блин, прям, не знаю, шопингист такой? Ну вот, да, я шопенгауэр. Мне нужен шопинг. Так, поехали вверх. А ты шлем не можешь одеть, Айзек? Я только сейчас заметил. Ты как бы тебе нормально, да? О, 20:45 по Москве. 20:45, море спокойствия. Прекрасно. И куда еду-то? Я тяжел. В воздух опять взлетаю. Слышь, надень маску, пожалуйста, костюм. Вот что за привычка? Вы видели в первой серии? Там я ходил без маски каким-то Тимом. Блять. Что? Черт, они меня запалят. Я же Айзек. Слышь, может я им втащу? Твою мать, это же тот самый мужик. Isaac Clark. Just the man I was looking for. Да ладно. Waste your energy, you're going to be dead in a matter of minutes. Pick him up. There's something I'd like you to see. Только не говори, что там Элли. There. You see that? It's a marker test lab. They're everywhere at all the major colonies and outposts. What do you want from me? As part of the marker test program, Isaac, you help make them. And today, you of all people get to watch me set them free. No, no. You'll kill everyone. Death is only the beginning, Isaac. Nature must take its course, and I can't allow you or anyone else to stop that. Что, дурак? Eyes forward, Isaac. Pay attention. Join the cycle of rebirth. Как-то я хреновастенько спасся. То есть эта байда была в каждой колонии. То есть в каждой колонии был обелиск. Слушай, мне повезло. Да, я прям как в Outlast'е, слушайте, прям на гору трупов, почему бы нет? Так, я как понимаю, я без оружия, да? Зачем я столько всего собирался, я все просрал? Но я хотя бы жив. Я бы, конечно, не назвал, что это я жив. Ебаная мать! Чего уходите-то? Вы хотите сказать, это говно теперь, если им отрубаешь тело, из тела выращивает какие-то эти щупальца? Это что за нахрен?
Это что за новшество такое? Я на такое не подписывался. Блях, гребаный апеллист. Меня, кстати, одно волнует. Почему Айзек остался на Луне? Вот он столько полетал в космосе, ему на планету, вон Земля не летелась. Вон Земля, вон Земля, вон Луна, вон все рядом. Там что у нас? О, Россия. Привет. Я увижу Россию. Я бы в Россию полетел, реально. Там тебя никто бы не тронул. Тебя бы никто бы не отдал. Ты такой ценный ресурс. Знаете, трупы. Фига его перекорежило. Не буду я материться. Я просто знаю, что с вами станет, если я вам бошки не отрублю. Вы же все станете. Я же ждал этого! Да ты чё, охренел что ли? Живучий какой! Гниди в жопе! Я не понял, это что у меня теперь получается? Аптечки автоматически будут использоваться вне зависимости от того, я юзнул их или нет? Мне это не нравится. Тут все вымерли, короче. А, кстати, вы смотрите, реально, больше никто не летает. Охренеть, то есть... Из них реально теперь что-то вырастает. Какого хрена? Вы что, предлагаете мне бегать с этим автоматиком, что ли? Ладно, буду бегать с ним, хрен ли нет-то. Хрен ли нет-то. Так, ну ладно. Я пока что ничего не буду критиковать третью часть, да? Ну пока что какой-то скудненько. Не, я не буду бегать, я буду бегать с своим автоматом. Нет, я буду бегать с этим, потому что тут патронов очень. Что-то... А, ничего нет. Ладно, поехали. То есть я поднимался наверх, чтобы спуститься вниз. Харленлин-то. Заходи. Айзек, have you reached the extraction team yet? All dead. Danik got here first. Fuck. Then find a way out of the city. I'm coming in with the Eudora. Washington station's not far. I can ride one of the trains out. Good plan. See you on the tracks. Хороший план. Я-то не знаю, куда мне надо. Новости Луна Таймс. И что там за новости? Я бы нахрен после всего, что случилось. Тихо, тихо, тихо. Так, я артефакт нашел, не мешайте мне. Послание хранящим веру. Много лет тому назад на Земле был найден черный обелиск. Власти сделали все, чтобы сокрыть этот факт. Когда наш пророк Майкл Атлин выступил против них, его заставили умолкнуть навек. Сегодня спецназ повторяет те же грехи в своих секретных экспериментах. Он пытается повторить обелиск, создавая его богохульные копии. Этот спецназ превратил священную реликвию в проклятие. Но природа умеет исправлять ошибки. Освободив обелиск, мы прервем цикл смерти и запустим цикл возрождения. Присоединяйтесь ко мне в борьбе за будущее. Будущее, которое обещано нам близком. Якоб Артур Даун. Чё, кто орёт? Кто орёт? Это что за женщина? Чего? Тихо. Так, мне туда, значит, я пойду посмотрю, что здесь. Тихо, бляха-муха. А я не могу перелезать, да? Что это такое? Что это вообще за фигня там? Я не понимаю. Ладно, пошли сюда. О, магазины. Просто. Просто блеск. Хорошо, хоть не детская этот... Япона, мать! И ты здесь? Чё, охренел, что ли? Чё ты здесь забыл?
Подожди. Ты охренел, что ли? Я сейчас конфетку такую поем, блин. Можно им бошку срубить как-нибудь? Слушай, у тебя говно какое-то в руках, чувак. Ты и твоя конфетка говно. Что-то продает? Это журнальчик? Тихо, погодите. Погодите, я журнал смотрел, я ничего не делал. Ебо на вас тут, мать. Да ни хрена себе ты, тварь! Хрена я взял это гребаное оружие, короче. Да пошли вы все в жопу. Слушай, погоди, мужик, давай договоримся. Да походу нет, не договоримся. Охренеть, короче, я просрал все. Ну, кстати, мне и надо было просрать все. Переключимся на нормальные теперь. Патрончики. Все, я больше не бегаю с этим говном. Есть стазис? Нет стазиса. Что? Какой вольфрам? Чего? Это что за херня сейчас была? Какой вольфрам? Какой сломат гель? Так, бежим. Так, мы улетим сегодня? Он там говорит, улетим. Ты чё, охренел, что ли? Ладно, подловили, подловили. Воу! Тихо, ты там лежал бы, да и лежал. Друг мой любезный. Встань только. Почему мне дают патроны на какое-то говно? Так, поехали вниз. Чё, нет-то? Поехали. Напряженная игрулька, напряженная. Это, короче, какой-то шутер реально получается, вообще ни хрен. No trains. А, давайте мы на этом. Okay. I made it to the train station. What about Danik's men? I lost them in the panic. This outbreak may buy us some time. Well, grab a train. Let's go. No good. Looks like the train was getting refitted with a new power car. So? I'm gonna have to put it back together. Well, do it fast. Danik's gunships aren't far off. We'll try to draw them away then. Be fast. В общем, мы на этом Be Fast. Мы, короче, тогда закончим серию и увидимся уже в следующей серии, потому что я буду очень быстр. Я не буду очень быстро, если я сейчас не поем, потому что жрать захотелось. Вот реально. Вот. В общем, до новых встреч на канале. Надеюсь, вам нравится. Мне пока что, ну, нравится, в общем, до новых встреч на канале, с вами был Пумба, Жучки, Паучки, давайте подписываем, лайк, комментируем, приглашаем друзей, до новых встреч на канале, нас заложим еще больше и веселее, и много, в общем, до новых встреч на канале, пока!